Узнай о своих долгах. На территории второго рынка Махачкалы прошла совместная акция администрации Советского района и студентов Российской правовой академии. Главная ее цель – пропаганда электронного сервиса, банк данных исполнительных производств и официального мобильного приложения Федеральной службы судебных приставов России. Студенты объяснили предпринимателям, как пользоваться приложением. Кроме того, судебные приставы совместно с госавтоинспекторами проверяли и автотранспорт, чтобы выяснить, есть ли среди водителей должники. С начала года в рамках подобной акции арестовано 53 автомобиля на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. В отделе судебных приставов по Советскому району города Махачкалы на текущий день находится на исполнении 79 исполнительных производств, возбужденных на основании материалов, составленных в пользу администрации Советского района в ходе рейдовых мероприятий, проведенных совместно с представителями администрации Советского района. На территории рынка номер 2 города Махачкалы были извещены определенные лица, в отношении которых возбуждено исполнительное производство в Советском отделе судебных приставов города Махачкалы. Данная акция носит регулярный характер и будет проводиться в дальнейшем.